12 января делегация черногорского города Тиват во главе с мэром Желько Камненовичем побывала в Омске. Гости в ходе визита познакомились и со спортивными объектами нашего города. Как оказалось, представители Черногории знают о достижениях омских бойцов ММА и в первую очередь посетили центр единоборств, где побывали в авторской школе «Шторм». Вместе с Александром Шлеменко они смотрели тренировочный зал, где занимаются омские спортсмены. Докажем и добрые прилики. Мы думаем, что сотрудничество в будущем с этим клубом принесло бы развитие спорта в наш регион и, может быть, сделать у нас чемпионов. Затем делегация из Черногории познакомилась со спортивной базой омского велотрека. Заместитель министра спорта региона Иван Колесник рассказал о солидном ресурсе спортсооружения, в котором проходят соревнования по многим дисциплинам. В ходе диалога были найдены варианты сотрудничества. В Черногории очень хорошие спортивные традиции, хорошие спортивные базы. Мы проговорили о взаимном сотрудничестве, о организации спортивных сборов для наших спортсменов, их очень заинтересовал омский велотрек, потому что это такое уникальное сооружение, где проходят, во-первых, соревнования. Мы еще удачно попали, нашли соревнования как раз в этот момент, и смогла делегация с Черногории оценить, и уже есть определенные интересы по сотрудничеству в этих направлениях. В истории омского спорта уже есть примеры, когда наши спортсмены проходили тренировочные сборы на Балканах. Важным моментом в развитии партнерства станет появление прямого авиарейса между Омском и Тиватом.